Ребят, всем привет, с вами я, Виталий Десант Транспорт. Мы сегодня приехали на Копорт, затем посмотреть, выбрать, в общем, автомобили. Вернее, я их уже выбрал предварительно, онлайн посмотрел, штук, наверное, с десяток. И сегодня мы с вами посмотрим, что же мы выбрали, как они смотрятся на фотографиях и как они смотрятся вживую, по-настоящему. Это, конечно же, я не выбирал, это мне попалось по дороге, вот такая страшная машина, я не знаю, что в нее въехало, но это просто груда металла, реально. И мне кажется, что здесь тот, кто ехал, он, может быть, даже и пострадал очень капитально. Можете посмотреть, это в какой-то страшный сон эта машина попала. Вот так вот. Здесь раритеты вот такие есть. Есть вот такая машинка интересная. Вроде бы целенькая, но с этой стороны не целенькая. Кстати, вот лот номер. Можете сразу заходить на Копорт, на веб-сайт, забивать этот лот номер, и вы сможете посмотреть всю информацию об этой машине. Какой год, когда торги. В общем, здесь вроде бы так, ну, бампер, фара целая. Нужно будет крыло вместе. Не, фонарь цел. Дверь делается. Дверь, я думаю, можно сделать. Эта дверь тоже. Хотя дверь не делается. Это она порватая. Можно, нужно будет скин покупать. Хотя и изнутри они тоже отрезали по-живому. Или вырвали так, в общем. И крыло надо будет. Какой плюс? Машина новая. Всего 2000 миль пробега на ней. Вот это плюс. Подушки целые, ремни целые. По подвеске здесь есть вопрос какой-то, потому что колесо, ну вы видите, какой удар. Диск тоже к замене, бампер задний к замене, фонарь цел. Крышка багажника цела. Уйдет эта машина в районе 3000, я думаю, примерно на торгах, может быть даже 2500. Остались какие-то вещи от владельцев бывших. Осталось какая-то худи, ножницы, сумка, какие-то трусы, там непонятно, запаска на месте. Эта сторона норм. Сейчас мы проверим, она заводится или нет. Вон пробег, смотрите. Смотрите. Кстати, здесь в этой машине воняет травой. Я имею в виду коноплей. Вот она. Кто-то здесь курил ее, когда ездил. Движок у нас завелся. Довольно чистая машина. Какой-то негодяй наступал сюда своим кроссовком. Книжки есть. Сейчас мы с вами проверим. Камера заднего вида. Машина едет. Машина едет у нас, ребят. Вот это только плюс тоже. Она едет и вперед, и назад. В общем, неплохой вариант. Глушим, отмечаем. Поехали дальше. На подобных аукционах как битые машины, так и целые есть. Есть сожженные, есть после града, есть после там каких-то затопов, подтопов, допустим, машины. Некоторые люди вот барахло прям свое оставляют, как вы можете видеть. Это ездил какой-то охотник. И у этого охотника остались даже вот здесь в кузове вот такие, в общем, на утку патрончики 12 калибра. Один, в основном все пустые, но один заряжен, вижу. Может, там еще есть заряженный, я не знаю. Ну, как вы видите, их очень много. Очень много. Стрелял по ком-то он, этот человек. И это так, кто-то купит, не дай бог, на экспорт. Будут разбирательства в стране, куда она приедет, эта машина. В общем, вот такой есть неплохой тоже вариант. Вот его лот номер. Резина неплохая. 46 пробега всего. Всего 46 пробега. И комплектация классная, реально классная комплектация. Пока не знаю, когда будет на ставках, не хочу. Ну, проверю потом. Потом проверю. В общем, сейчас с вами стартанем его и пойдем смотреть. Ну, вижу, подушки, ремни целы. Машина завелась сходу. Ошибок вижу по колесам. Горит какая-то ошибка. Спущено какое-то колесо. Увидим заднюю. Оно выбито, в общем. Удар с той стороны. Есть фаркоп, есть запаска.
Вау, вот такой удар, ребята. Машина не на ходу. Дверь, две двери к замене. Кабину надо будет тоже врезать. В общем, ну, работа здесь есть, я вам скажу, народ. Работа здесь есть. Нужно будет все ремонтировать и ставить на свои места. Дверь заклеили на копорте. Нужно будет вот этот скин покупать. Здесь тоже заклеили. Ну, комплектация классная. Машина не поедет. Не поедет. Надо будет ремонтировать ее. В общем, глушу. Так, за определенные деньги можно его купить, я считаю. Уйдет он в таком состоянии. Минимум штук 10 он уйдет в таком состоянии. Имейте в виду. Смотрим, что у нас здесь. Вон там вырвалось, видите? WRX. Тоже ввалили неплохо. Как правило, не всегда их вваливают. Но покупали удары еще страшнее и делали. Вот-вот номер, стекло, крыло, подвеска, диск, бампер, фара, капот. В общем, это все нужно покупать. Дверь поцарапанная делается. Люк открыт. Люк открыт. Не знаю, сейчас посмотрим, какой год. Вау, вот здесь ударчик такой капитальный был. Все повылетало. На стыку ремень. Так, год это у нас 15-й. 15-й год. Пробега нету. Но она мертвая, походу, она не стартанет. Нет, она не стартанет. Субарики трудно, чтобы они стартанули после таких аварий. Эта сторона вся норм. Крыло тоже надо будет. В общем, вот ну, такой. Не ахти вариант. Если пробег маленький, можно еще купить. 16-й год Jeep Grand Cherokee. Тоже аккумулятор севший у него. Вот номер. Эта сторона все целая. Пробега 65 тысяч миль. Резина новая. Фаркоп есть. Ударчик у него пришелся вот такой вот. Тоже дверь к замене, порог. Две двери, короче, надо. Все остальное, мне кажется, норм. Ну, вариант такой, тоже за определенные средства. Идем дальше. Субарик. Я иду, ищу свои машины. Мимоходом попадаются мне интересные машины, я вам их показываю. А именно те, которые я выбрал машины, я их не показываю пока. Пока я их буду выставлять в Инстаграме. Не, это тоже большой удар, работа есть. Ну, эта машина уйдет в пределах 2500. Это 58 пробега, где-то год. Не знаю, это может 16-17. Вот. А вам показываю то, что есть. То, что я вижу, такое интересное. Спонтанные такие машины, какие попадаются мне. Вот. А те интересные варианты, которые именно интересны для клиентов, которые мы будем торговать, я их в этом видео вам не покажу. К сожалению или к счастью. Еще один WRX. Сожженный, ребята. Сожженный. Вот его лот номер. Эта сторона вся горела. Он где-то возле чего-то горевшего был припаркован. И что-то плюс на него горевшее капало сверху. Видите? Морда как бы целая. Здесь пластмасс у него. Вот такой обгоревший. А мотор, я думаю, у него норм. Трансмиссия тоже. Может быть, он даже и заводится. Я не знаю. Да, здесь все четко у него. Масло в наличии. Все жидкости вижу в наличии. Сейчас посмотрим, почему он стоял возле пожара где-то. Зеркало. Крыша вот вздыбилась, видите? Антенна. Стекла изнутри. Все в дыму. Пожар внутри был. В общем, здесь был внутри пожар.
Ну, много работы, реально много работы. Но мне кажется, что она должна стартануть. Ее только на запчасти, походу. Нет, она мертвая почему-то. Может, аккумулятор сел? Ну, сам движок 100% живой. В общем, кто-то куда-то переезжал, что-то случилось. В общем, и вот так вот. Беда. WRX приехал на Копарт. Вот такой страшный. Так, идем дальше. Чем она мне приглянулась? Тем, что у нее на торпеде стоит вот такой интересный автомобильчик. Хрустальный какой-то. Вот его лот-номер. Поэтому остановился, думаю, здесь сниму. В общем, залетела она куда-то в кукурузу, как вы видите, куда-то в поле. Сломала себе бампер, фары, в общем, поцарапалась, а вот так покоцали ее зеркало. Ну, дверь делается, крыло на выброс. Крыша вот здесь, этого на фотках не будет видно, кстати. Лимит, это 16-й год. Что у нее тут еще? Крышка вот слетела. Крыша помята, антенна помята. Вот здесь вмятина. Вмятина, вмятина, вмятина. В общем, работа есть по ней. Чуть не упал, осторожно. Аккумулятор севший. Подушки бабахнуты. Вот фара одна, вторая. Бампер. В общем, работы тут есть. Уйдет эта машина тоже где-то в размере 8-10 тысяч, я думаю. Примерно. Ну, не знаю, может и дешевле. Вот такой хрустальный автомобильчик. Те, кто купит, у них будет такой автомобильчик. Пробега здесь всего 35 тысяч миль. Это хороший пробег для 16-го года. Всего 35 миль. Ее купит кто-то. Тысяч за 10 сделают и заработают на ней денег. Королла неплохая, абсолютно новая, тоже там 1000 пробега на ней всего, на этой Королле. 1300 пробега. Один ключ вижу есть. Машина завелась. Сейчас проверим. Камера заднего вида работает. Подъедем вперед. В общем, она едет вперед. Проверяем, как она едет назад. Она едет назад. Но. Так, сейчас посмотрим. У нее есть удар. Подушки целы. Как будто бы здесь кто-то разобрал. Не кто-то, а страховая. Вот лот номер этой машины. Лот номер. Зачем я показываю, для тех, кто не знает. Лот номер, вы заходите на copart.com, вбиваете вот этот лот номер из 8 цифр. И вам выходит машина. В общем, здесь норм. Здесь норм. Вот такой заваленный удар, ребят. Это колесо зажато. В общем, вот так вот. Иногда клиенты наши на фотографиях смотрят вот так машина, да? Вот на фотографиях она была вот так. Вот здесь видите дырка. И пока она приедет, вот дырка тоже полом. Пока эта машина приедет, допустим, с этой локации, допустим, бывает часто, что машина едет с локации Копарта до локации загрузки, там 2000 километров, 3000 километров. И вот это все, машина на втором этаже, да? И вот это все вот так на ветру болтается вот так. Оно вот так болтается, болтается, и за 2-3 тысячи километров вот это отрывается, в общем, и падает где-то на трассе. И машины приезжают, и клиенты спрашивают, а почему вот этого нету? Они как-то не думают, что, я не знаю, что, ну, что машина едет, что ее везут, она битая в эту сторону, допустим, да? И вот эти части, они отваливаются по дороге где-то, их они могут потеряться. Вот это может потеряться там. Все, что хочешь, может отлететь по дороге. И это бывает, и это и есть, чтобы вы были в курсе дела. Вариант неплохой. Сейчас мы посмотрим, что там в багажнике. Есть запчасти или нет. Так, а ну-ка.
здесь есть всякие части, ребята. Здесь есть вот эти все пластмассочки. Закрываем, идем дальше. У меня есть один клиент, Василий. Он просто обожает вот эти машины, Nissan. Он просто их любит. Именно Nissan Rogue. Не знаю, почему он их так любит. Ну, засниму ему и вам тоже покажу. Это 2017 год. Подушка, подушка, стекло, кожа. Кнопка старта, один ключ. Пробег 35 тысяч миль всего. Машина у нас... Так, машина у нас не хочет стартовать. Но он знает, что надо делать, когда она не стартует. А, почему-то не читает ключ. Секунду. Не читает ключ. Так, давай, братуха. Так, заводим. Нажимаем. Почему она не стартует, я не знаю. В общем, надо смотреть по лоту. Может, она реально не стартует. Хотя должна стартануть. Вроде бы хочет завестись, но не заводится. В общем, штуки за 2,5, я думаю, Василий, ты ее заберешь, да? Машина неплохая. Я думаю, там какая-то мелочь. Резина 40%. Надо резину. Ну, можно и с такой кататься. Так. Выключили. Подогрев сиденья есть. Возили песика здесь. Вот такой вариант. Смотри, думай, решай. Подушка, ремень еще один, стекло. 2500, я думаю, давать за нее как раз норм будет. Хотя она может уйти и 3,5, я думаю. Так, идем дальше смотреть. Вот эти машины штук 7-8 уходят на торгах. Иногда получается за 6,5 взять. Иногда, не всегда. Машина целая. Грязная, просто капец. 31 тысяча миль. Очень грязная машина, реально грязная. Сейчас ее стартанем. Должна... Машина у нас едет. Машина не стартанула. Почему? Потому что она гибридная. Поэтому мотор не завелся у нее. Но машина на ходу. О, сейчас движок завелся у нее. В общем, тоже ее прохимчистить и будет ляпота просто. Целые, все целые, все целые. И здесь все целое, непонятно. Стекло разбитое и открыт люк. А так вся машина целая, кроме стекла и срача внутри. А вот ее лот номер. Вариант. Так, вот такой еще интересный вариантик. Тут, правда, дождь начался. Меня сейчас, походу, захлестнет. И мы будем прятаться в машину. А, что у него удар? В общем, опа-ля, да, тут удар, короче. Короче, жопу всю ремонтировать надо. Крыло, это вроде бы норм, не согнуто. Вау! Прячемся в машину. Ребята, дождь конкретно. Я, походу, здесь буду сидеть. Вот так. Так, машина должна быть на ходу. Подушки целые, стекло разбито. Как видите, крышка багажника разбита. Стекло здесь даже лежит. Вылетело. Давай мы его попробуем, эту камрюху, стартануть и посмотреть, сколько у нее пробега. Пробега у нее 12 тысяч миль. Машина стартанула. Машина стартанула. Оставили деньги. Сейчас проверим, как он едет.
этот Тойот самурайский. Камера заднего вида не работает. Машина двигается у нас назад. Получается, по ходовке у машины все окей. Машина живая по ходовке, без проблем едет. На колесах, в общем, вперед-назад она двигается. Ну, штук за 8, я считаю, взять такую машину неплохой вариант. Подушки, ремни целы. И кондиционер работает капитально. Ух ты, там тоже много вон копеек разных. Жара конкретная в машине. Но кондиционер начинает сейчас продувать этот горячий воздух. И становится хорошо. Больше полбака бензина, лампочки никакие не горят. Все четко. Ошибок нету в данном экземпляре. Выходим на улицу. Дождь прошел. Идем дальше. Много Таджикистана, ребят, спрашивают про вот такие белые машины. У них в государстве такие законы. Только можно белые машины ввозить в страну. Кто не знал. Да. Вот такие машины они любят покупать. Эти машины у нас тут в Америке стоят, ну, в пределах там 3-2 тысяч долларов. 4, смотря какой удар, смотря какая комплектация, смотря какой пробег. В общем, удар тут не такой уж страшный. Лонжероны на месте, лот номер машины. Пробега, правда, 120 тысяч. Но для Camry 120 тысяч это вообще ничего. Она не стартует, видимо, севший аккумулятор. Но у нее есть кнопка заряда, завода есть кнопка. Можно заводить, это круто, я считаю. Машина чистенькая, натертая. Вот это мне не нравится здесь вот. Что-то такое, оно поцарапанное. А так все вроде бы норм. Состояние неплохое. Авто пахнет внутри. Тут грязно тоже. Идем дальше. Есть большие любители Лексусов. С Абхазии, допустим, да. С Южной Осетии. Вот такой Лексус. Это гибридный. 149, почти 150 пробега на нем. Год это 2009. Эту машину мы купим за штуки, наверное, 1,5-2 с вами. Аккумулятор тоже севший, но машина на ходу. Имеется ключ, ключ от квартиры, ключ от сберегательного ящичка в банке. Только надо найти, что там. То есть найти этот банк сначала, а потом попробовать ключ. В общем, есть бампер задний. Сейчас посмотрим по удару. Колеса крашены у него, видите? Здесь чуть-чуть отошло. Так, машина целая, диск поцарапанный, двери целые, крыша цела. Вот такой удар, в общем. Вот так. Смотрите, думайте, решайте. Что хотите. Работа есть небольшая. Надо потянуть. Lexus. Это Сатурн. Сатурнов у вас вообще нету там. Он не интересен. Это старая машина. Что будем смотреть? То, что интересное для вас. 28 пробега. Акура. Год. 18-й. Подушка. Сзади в кресле подушка норм. Салон Алькантара. Ездила какая-то девочка, как мы видим, по кнопке. Ковриков я не вижу. Крыло, фара, бампер, капот, диск. Будут рычаги какие-то по подвеске. Эта сторона целая. Да, видите, руль вывернут сюда. Там надо будет рулевую какую-то тягу менять. Диск царапан, бампер царапан. Эта машина уйдет на торгах. Даже в таком состоянии, я думаю, 12 тысяч, может быть. Прям нарядный гольфик такой, универсал. Чем он мне понравился? Вот этими дисками. Поэтому я захотел его заснять. Дверь к замене, крыло к замене. Диск можно покрасить. Фара к замене.
стекло к замене. Крыша, мама мия, крыша пошла. Ой, не пойдет. Много работы, ребят. Но мне кажется, он едет. Он на ходу. Много работы. Не видел эту сторону. Не пойдет. Mitsubishi Outlander сбил оленя. Сбил оленя, ребят. Все очевидно. Машина, я думаю, 100% на ходу. Лот номер здесь уже старый, его нету. Пробега всего 43 тысячи. Вот лот номер. Сзади все цело. Машина была в аренде в компании Enterprise. Кто-то взял ее в аренду и разбабахал. А может быть, ее уже даже купили с этой компанией. И катались и разбили. Что классно, у этой машины, ребят, 3 ряда сидений. Это очень классно. У кого есть детки, очень удобно. И там ничего поднимается. Да, такая машинка. И небольшая, и не маленькая. Подушка, подушка, подушка. А тоже на торгах уйдет, и я думаю, в таком состоянии, в пределах 1006. 1006, наверное. Вот так уйдет. На торгах. Кому интересно? Кто-то, если приглянулось кому-то, пишите. Купим, вам ее отметим. Ой. В общем, и проверим. Сейчас посмотрим с вами. Мне многие пишут, купи на голову камеру, купи на голову камеру. Да я буду ходить как попугай какой-то. Масло в наличии с этой камерой на голове. Радиаторы пробиты. Вот эту штуку сейчас мы с вами закинем. Она целая, закинем ее вовнутрь, чтобы она не потерялась. Поэтому вот так мы ее положим. А у кого-то кружится голова даже, кто смотрит мои видео и говорит, блин, ну что ты так слишком быстро водишь? У меня, говорит, голова кружится. Помедленнее води. Эту штуку тоже закинем. У меня радиаторы, кажется, пробиты мне. Если не ошибаюсь. Да, радиаторы пробиты. Олень все-таки сломал. Сломал. Это тоже кинем в машину, чтобы не потерялось. Потому что их перевозят по 150 раз по копорту. Туда-обратно, туда-обратно. И это все теряется, ребята. Оно выпадает. А оно стоит денег. Одна пластмасска 20, 25, 30, 40, 80 баксов. Смотря какая машина. Телевизор, крыло, фара, радиаторы, бампер. Капот норм. На учет ставьте себе. И мне тоже я поставлю. Кто-то меня спрашивал недавно с России за Dart. Можно Dart купить. А вот Dart SXT какой-то. Что у этого Dart у нас? А, здесь пробега. Вот лот номер. Так, подушка. Не, это я не советую. Это пробега много. Много пробега. Пробега 100 тысяч, 1736 пробега. А почему я не советую покупать такие машины с такими пробегами? Потому что если что-то тащить с Америки, ну, я и всем советую моим клиентам, если что-то тащить, то тащить что-то более-менее свежее, и чтобы было пробега как можно меньше. Как можно меньше. Вот такой недавно продали, был у нас наличие, купили тоже его на копорте, но он был в идеальном состоянии, чистейший просто. Продали, поехал в Абхазию. Не поехал, будем скоро загружать. А за 6 тысяч мы продали его. Но экземпляр намного лучше, чем этот Honda Accord. Тоже ее любят покупать. А как и в Украину, почему-то она без колес, кто-то, видимо, своровал. А вот лот номер этой машины. Пробега всего 13 тысяч миль. Как и в Украину любят покупать, так любят покупать и в Россию эту машину. Почему? Потому что у нее мотор 1,5-литровый всего. Всего. Она целая, ребят, нужно просто купить диски, одеть, чтобы диски были с этим, с болтами, и все. Да, внутри она засратая, блин. Пробега 13 тысяч, смотрите, что творится внутри. Описали ее всю каким-то маркером. Что, то ли наркоманы здесь были, то ли эти
как их называют. Ну, кто болеет? Презики там даже остались вон. Кто болеет? Сигареты, блин. Короче, химчистить надо все. Ну, за определенную сумму тоже интересный вариант. Ну, здесь такой выскочило. Вот здесь капот мятый у нее. Стекло разбитое. Она даже не один ключ. Аккумулятор севший у нее. Севший аккумулятор. Так. За определенные деньги, ребята, она нормальная. Я думаю, она уйдет в таком состоянии штук, наверное, 8-9. Эта машина. Ставьте значок себе. Вариант неплохой. Колеса просто и химчистка, все. И бампер. Корвет заваленный. Капитально. Идем дальше. Mercedes-Benz. Фара разбита, крыло разбито, бампер практически цел, его можно сделать. Решетка нужна, капот алюминиевый надо. Год не знаю. Видео все спонтанные, ребята, у меня. Смотрим. Подушка раз, подушка два. Ремень норм, салон чистый. Сейчас проверим тот ремень, потолок норм. Цвет интересный. Какой для девушки. Ну, не для парня. Год тоже не знаю какой. Резина. Обалденная. Дверь с крылом очень близко стоят, поэтому скрип есть. Год у нас 15-й. Год у нас 15-й. Ремень. Что-то он как будто живой, а как будто не живой. Так, пробега у нас нет. Аккумулятор севший, мы не видим. Кто-то оторвал ручку. Пробега нету. Ну, может зайти на Копарт и посмотреть, что говорит Копарт об этом Мерседесе. Есть такой неплохой Ниссанчик с открытым люком. Тоже вот номер. Записываем. Камера переднего вида даже есть. Ничего себе, комплектация неплохая. Резина новая практически. Завалено задний квотер. Колесо, крыло, бампер делается, нужна накладка. Все. Рычаг, подушка. Я считаю, это вообще вариант. Порог норм. Там еще люди даже пленку вон не сняли. Мне кажется, эта машина будет на ходу заводиться и ехать. Сейчас ее проверим. Эта сторона вся четкая. Всего 29 пробега на ней. Вот лот номер. 30 тысяч миль пробега, грубо говоря. Стартуем эту машину. Машина завелась. Бензина. А бензин есть. Полный бак почти бензина. Ни одна ошибка не горит, кроме... А, не, подушка горит, сори. Подушка горит. Так, сдаем назад. Машина едет назад. Машина едет вперед. В общем, машина живая. Машина живая, ребят. Вариант тоже. Записываем лот номера и обращаемся за покупкой. Это Challenger... Hellcat, походу. Мне так кажется. Ну да, это он. Вон оно, сердце кота. Компрессор. Ну, лонжероны ушли в сторону. Кто-то его то ли въехал в него, то ли он сам это сделал, я не знаю. Крыло на выброс. В общем, вся морда надо. Вся морда. Как-то покупали с России, кто-то заказывал вот этот ремкомплект тормозных колодок и дисков. Отправляли. Что-то там около... штуки полторы вышло на всю машину. В общем, вот такой вариант. Вот этот вариант, несмотря на то, что он, да, такой разбит, он пойдет денег. Почему? Минимум 17 тысяч он пойдет. Почему? Потому что у него только один двигатель, 32 пробега на 33. У него только один двигатель, ребята, стоит на американской авторазборки, если купить просто двигатель на эту машину, 17 тысяч долларов. И здесь еще поворотник до сих пор работает. А, это не поворотник, это... А, что-то тут... В общем... Он не стоит.
стартует. В общем, какие-то глюки у него. Пахнет вкусно, но с рулем у него какие-то проблемы точно. Сейчас проверю. А не, руль выезжает. Руль выезжает. Что-то у него с электроникой. Стекло разбито. Ну, это никого не пугает. И я вам говорю, он, можете понаблюдать, он уйдет. 17 штук как минимум он уйдет, этот зверь. Так, где у него? А, у него ключей нету, да? У него нету ключей, поэтому он не стартанет. Тоже подушка. Подушка эта не восстанавливается, она порезана. Подушка. Три подушки. Hellcat. Вот номер. По-братски. Работы много. Все до радиаторов надо покупать. Все до радиаторов. Все до мотора, сори. Все до мотора надо покупать. Плюс лонжероны. Обе стороны. Еще один Nissan Rogue 2015 года. Покоцан весь по кругу. Железные диски, резина процентов 50. Пробега 80 тысяч миль. Показывает копорт нам. Можете проверить по лот-номеру, зайти точно, вбить лот-номер и проверить. Заднее стекло разбито, all-wheel drive. Какие-то вещи там остались. Колесо спущено. Удар пришелся в эту дверь. Получается, надо только вот эта дверь плюс накачать колесо. Думаю, может быть, там даже все нормально. Как он называется? С подвесками. Машинка зачуханная, конечно. Зачуханная, реально. Развозили пиццу на этой машине, ребят. Развозили пиццу. И, может, я не удивлюсь, если тут пицца даже осталась. Сейчас мы проверим с вами. Сумка от пиццы. Не, пусто там. Там пусто. Подушки целы. Порог цел. Такой вариант. За 1000 взять, я считаю, норм. И надо химчистку капитальную сделать. За 2000 то, что надо. А вот здесь еще есть царапина. Фара надо. Фара надо. Крыло, я думаю, сделается. Бампер не нужен. Сейчас мы попробуем его тоже стартануть резко. Так. Он не стартует, потому что у него севший аккумулятор. Пойдем дальше. Я, в общем, иду и вижу, тут просматривается у нас Камри. То, что любят наши ребята из Казахстана, в общем. Лот номер. Проблема в бампере, уже вижу. Двери норм. И кто-то опять же ее замочил в задницу. Не, это большой удар. Эта машина уйдет в пределах 6,5-7 тысяч долларов из-за вот такого удара. Но машина на ходу. Машина на ходу. Черный салон, 53 пробега. Кожаный салон. Есть люк. Ключ один. Сейчас мы ее попробуем стартануть, эту машину. И проверить. Машина стартует. Камера заднего вида работает. Машина. Так, проверяем ее вперед. Вперед машина едет. Ставим назад. Назад машина едет. Выключаем, глушим. Очень мало денег за нее надо давать, потому что большая работа. Но люди это делают. Вот это покупают и делают. Соната. Бампер к замене, фара к замене, крыло к замене. Подкрыльника не вижу. По ходовке вроде бы все норм. Новая машина. С дверью тоже все норм. Также здесь почему-то висит бампер задний. Непонятно, почему его сняли. Может быть, удар есть с той стороны, не знаю. Сейчас проверим с вами. Но бампер смотрится с этой стороны цел. С этой стороны бампер смотрится оторван. В общем, вот такие дела. Надо будет покупать бампер. И квотер, вот этот квотер, он делается. Его вырезать не нужно. Он выстукивается, шпаклюется, красится. И все будет просто идеально четко. Двери норм. 5 пробега всего тысяч. 5756. Лот номер. Вот.
Вбиваем, заходим, проверяем, смотрим. Машина, хотел сказать, чистая. Но она чистая, она пахнет вкусно внутри. Но здесь что-то они испачкали, я не пойму, что это за фигня здесь. Что это такое? Сейчас проверим с вами. Ладно, давай мы не будем в мусоре рыться. Хотя интересно, я знаю, вам интересно, мне тоже интересно. Сейчас посмотрим. Так, машина на ходу. Смотрите, какие у нее кнопки. Парковка, драйв, нейтралка. То есть задняя вперед. Нажимаем вперед и проверяем. А она не хочет, потому что дверь открыта. Нажимаем еще раз вперед. Все, включилась драйв. А бензина здесь полбака на 214 миль. Проверяем, машина у нас едет. Включаем заднюю. Камера загорается. Едем назад. Вариант. Вариант. Она уйдет. Ставим на паркинг. Она уйдет в пределах. Эта машина, ребят, я думаю, книжки на месте. Штук под 9. 8,5. Но машинка классная. Так, дальше. Проверяем, смотрим, что же здесь такое у нас. Вау, ребята, это телефон. Это телефон. Остался от бывшего владельца. Представляете? И похоже, это копорт. Ну да, вот пакет с копорта, видите? Копорт нашел, получается. Положил этот пакетик. И там зарядка еще есть. Не зарядка, а такой адаптер для зарядки. И они будут, в общем, звонить клиенту. Бывшего владельца находить и, может быть, отдавать. Ну, это под вопросом. Я это так рассуждаю, не знаю точно. Но пусть она лежит на месте. Это не наше, мы идем дальше. Если мы купим машину, допустим, да, и это останется у нас в машине, то это будет наше. Вот эти машины, вымирающий вид, тоже их очень любят. Это Venza. Venza, их очень не так много выпускали. И они поэтому стоят денег. Здесь по ходовке что-то будет. 96 пробега, лот номер. Здесь тоже по ходовке что-то есть. Рычаги какие-то. Бампер задний, все остальное делается. В общем, по ходовке надо и бампер. Все, машина едет. Сейчас проверим это с вами. Опять же, я так уверенно говорю, машина едет. На самом деле, не знаю. Чистая машина, реально чистая. Кожаный салон, подушки норм. Приборка, вижу, горит, значит, должна ехать. Впереди чисто тоже. Кнопка старта. Машина завелась. Так, снимаем ее с ручника. Так, ставим ее вперед. Машина едет вперед, машина едет назад. В общем, вариант. Уйдет тоже штук 6, я думаю, может быть 7. Можем поторговать для вас. Дайте знать. Очень редко, но есть заказы по вот таким автомобилям. Это машина для инвалида. Среди моих подписчиков есть также, видимо, инвалиды. Что здесь нужно делать? Здесь нужна вся морда в сборе. Я думаю, радиаторы, может быть, даже целые. Подрамник не ушел. Лонжерон согнулся. Фарка. Ну, практически целая. Там крепление можно наварить. Трубка, вижу, треснутая какая-то. Ой. Тоже она пока без даты продаж, эта машина. Но она стоит на копорте. Вот лот номер. И эти машины стоят денег. В целом состоянии. В целом состоянии они стоят денег. Это чисто для инвалидов. Там есть педали. Это человек, если ногой не может дотянуться, то рукой он ставит на ручник. Ключ. Какая-то лампочка. В общем, подушка взорванная.
там подушка, в общем, все подушки взорваны. Ну, машина чистая, аккумулятор севший. Но нужно работать, нужно сюда немножко денег. Так, примерно штук, я думаю, 5, наверное, минимум, 6, чтобы ее сделать до конца. Но если покупать данный экземпляр у дилера целую, да, здесь у нас в Америке, она будет стоить 1000 под 70-75. Вот такая машина. Вот. Имейте в виду. А вот здесь выезжает мостик такой. Вот он, мостик. А здесь есть кнопочки где-то. Вот они. Раз, раз, кажется, да. Здесь выезжает такой мостик, и человек, который на кресле, водитель, он может заехать сюда и пересесть на свое кресло. Так обычно они делают. И здесь еще ряд сидений есть. Последний ряд сидений. Вот. Они пользуются спросом. И стоят денег, эти машины. Также такой вариантик есть. Не помню, по копорту он цел. На ходу, не на ходу, надо проверять. Лот номер, еще раз показываю. Пробега вообще нету. 1649. Вот лот номер. Год у нас 19-й. 19-й год. Вот лот номер. Ну, это не популярные машины, конечно. Это импалы. Две. Одна, которая стояла где-то возле пожара. Вот так вся растеклась. Машинка. Краска потекла у нее, смотрите. В общем, надо все снимать, шкурить, красить обратно. В общем, а праймер держится. Праймер круто. Резина вся потрескалась, как видите, от жары. Вот так. Старые импалы, да. Задают вопросы по ним. Значок, смотрите, как порасклеился. А старые импалы любят. Свежие импалы никто не спрашивает о них. Никто их не понимает. Но на таких машинах меня тоже спрашивают, а кто ездит на таких машинах, а кто ездит на таких машинах? Иногда в комментариях. На таких машинах ребята на импалах ездят в основном бабушки, дедушки. Бабушки, дедушки ездят на таких машинах в Америке. Они очень мягкие, комфортные для них. Ребята, а вот эту машину не стоит покупать. Это 2016 год Ford Mustang. А почему его не стоит покупать? Потому что у него, в общем, он весь крашен, перекрашен. Вы можете это посмотреть и увидеть вот эти линии все. Он абсолютно весь крашен. Абсолютно весь крашен. Это то ли от перекупа, то ли кто-то уже покупал, восстанавливал. Я, кстати, пробил его везде. Нигде не видно. Это 5-литровый Mustang. На фотографиях тоже бампер, фара есть. Ну, они все внутри. Пробег здесь у нас 26 тысяч миль. 21 тысяча миль всего. Он не заводится, мне кажется, потому что у него аккумулятор слабенький. Поэтому он не стартует. У него крутой карбоновый капот, который стоит денег. Сейчас проверю. Ну, вот такой. Мне кажется, это поработали перекупы. Может быть. Может быть, даже поработали перекупы. С этим фордиком. На фотках вы этого всего не увидите, но все элементы крашены и шпаклеваны. Линии, разводы, мусор. Вот. От шкурки. Кто-то шкурил вот так, в общем. Здесь крыша вся. Все крашено. В общем, я не советую его покупать. Не советую. Здесь тоже разбито. Сейчас посмотрим. Что внутри? Вот бампер, фара. Фара опять же треснута у него. Вот такие вот пирожки. А вот этот экземпляр тоже я смотрел. Он был топляк. Написано там Water Flat. Видите? Классный такой бодрый TRX. TRD, sorry. TRD. Думал, может быть он будет живой. Может быть он будет живой. Не, ребят, он не будет живой. Он был затоплен капитально, он весь в грязи, его кто-то помыл, почухал.
Ну, опять же, люди покупают это все и ремонтируют, делают. Вот это все было под водой. Вот здесь запах стоит реальный. Неприятный. Какой год у нас это? 19-й год. Пробега 7 миль всего. 7 миль на моторе. Она вся целая. Куда-то мужики ездили, видимо, на рыбалку. Поймали большую щуку. Щука затащила их, в общем, под воду. И они не смогли освободиться. И их затянуло туда просто. В общем, здесь тоже все было под водой, как видно. А масло тоже, кажется, с водой. В общем, меня уже выгоняют. Копор тоже закрылся. В общем, не пойдет. Много работы с ним. А, в общем, я его попросил еще посмотреть этот бобкет, потому что я его отметил. Он в рабочем состоянии, но мне кажется, у него какие-то шланги, в общем, треснули, поэтому или что-то случилось, и у него не опускается вот этот ковш, поэтому его вот так его продают. А так он смотрится целенький реально. Смотрите, какой трак ужасный. В варю попал. Целенький. Не пойму, что с ним. Что-то упало на крышу, не знаю. В общем, вот лот номера. Тоже, если интересно, дайте знать. Все, ребят, я пошел. У меня уже копорт уже 5 часов, а я еще до сих пор на копорте. Они в 5 закрываются. Кому интересны подобные видео, ребят, подписываемся, ставим лайки, делимся видео. Покупаем машины, заказываем, отправляем в любую точку мира. Все, всем пока. С вами был я, Виталик, Центранспорт. Копорт, аукцион.